Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монета 5 пайс Исламской Республики Пакистан. Монета выпускалась с 1987 по 89 год данного типа. Это регулярный выпуск. Монета изготовлена из алюминия. Ее диаметр 19,12 мм. Вес 1 грамм. Гурт гладкий. Толщиной 1,7 мм. Соотношение сторон медальное. Тираж 37 миллионов 710 тысяч. Монетный двор Лахор. На монете видим номинал цифрой 5 и внизу прописью. На монете изображен бамбук. Бамбук — это всем известный род многолетних вечно зеленых растений семейства злаки, подсемейство бамбуки. Включает 140 видов. Растут в основном тропических и субтропических регионах Азии. Ну, короче, во влажных тропиках. Бамбук издревле применялся как строительный инструмент, строительный материал. Много делалось из него разных обиходных вещей, даже музыкальные инструменты, оружие, стрелы и копья. Такое растение. С обратной стороны, в центре, мы видим фрагмент герба Исламской Республики Пакистан, так называемый полумесяц без памятника, звезда и полумесяц. Вверху надпись вязью «Исламская Республика Пакистан». Внизу дата 1987 год, обрамленный венком из колосьев пшеницы. Такая монета, друзья, необычной формы, да еще, как бы сказать, с угла на ухо. Надпись. Ну, всего вам доброго и удачи.